Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, и мы продолжаем прохождение Визарди 8. Мы варники, товарищи. И нужно нам попасть в космопорт. Ну, вернее, на первый и второй этаж одного зданица. 17 уровень! Это круто, это круто. Это очень круто, это прям просто супер круто. Это то, что я хочу. Потому что 17 уровень, вы знаете, да, сколько нам дадут всего? И-и-и, класс. Красота, красота. Будет сделано. Сделаю. А жизни у них не так много. Мы их должны массой, массой, массой замасить, короче. Блин, там правда стрелки. И берсеркеры. Не важно. Не важно ж, правильно? Правильно. По нему как-то не очень хорошо бубануло. Отлично, просто великолепно, вот просто блестяще. Так, земля вообще сопротивления почти нет, их чудотворство. Ну давай, земля говоришь нету, получай. Земля говоришь нету, получай. Будет сделано. Делаю. Вокал мартовского кота, это конечно круто. Ну стрелки совсем слабенькие, там 8 уровень. Оказывается. Да ладно. Какой звук, а? Пожалуй, вот так, потом, пожалуй, так. Хорошо. И тут, пожалуй, вот так. Будет сделано. Качаем магию, в общем. Очень хорошо. Ой, фиг с красой. Ой, полтиннички стали вылетать, да? Ой, красота-то какая. Бьет по щиту, промах, минус, минус. Вообще красота. Еще бы стрелка бы долбануть. Как он выжил-то один с хп, ладно. Еще бы долбануть стрелка. Ну, например, тем же самым морозом фиг с ним. Слишком далеко. Вспомнил хп-то, блин. 21. А пагубы мы его тоже не достанем, да? Достанет, нормально. Ему 139 просто, бамс. 56 тысяч опыт, ни за что. Ну, раздвоение щит подняли вот так. Это очень классно. На первом этаже выяснить координаты или что-то типа этого, на втором этаже узнать уже до конца, что там есть. То есть, короче, вставляем. Вставляем. Я слушаю. Что мы вставляем? Ладно, вставляем черный ящик. Идет чтение данных. Так, запрос. Лунный легион Хайгарди. Гардия. Трекинг до минус события. Авария для получения орбитальных координат. Воспользуйтесь орбитальным детектором. Конец записи. То есть, короче, мы его вынимаем отсюда, нет? Или просто поднимаемся на второй этаж.
Где у нас лифт, блин? Why? А нам отдадут ящик-то? Или уже все? Давайте посмотрим. Координаты черного корабля 1x1y2z. Ничего не найдет. Поднимаемся наверх. Компьютер вычисления отследить корабль. Отследить. Введите название. Ой, то есть 1y2z. Индекс корабля. Введите нас. Подождите. Индекс ко. Введите название. ЛЛХ. Индекс корабля. Введите. Индекс корабля в базе данных. Введите. Да все, я понял, как отсюда уйти. Индекс корабля в базе. Введите название, либо выйди. Так, где выйти в главное меню-то? Главное меню. Индекс корабля. Введите. Да главное название. Меню уж, ёп. Ёп, РСТ. Ничего не активно абсолютно. Просто ничего не активно. Вот это я попал. Индекс введите. Индекс корабля в базе данных не найден. Введите. Так и должно быть на самом деле. Ну, просто индекс интересно. Корабля в базе данных не. Введите название. Ну ладно, что делать? Я просто даже не знаю, что нам делать дальше. Уйти мы не можем. Индекс корабля в базе данных не найден. Введите название. Либо выйдите в главное меню. Клавиша выхода в главное меню какова? Индекс корабля. Да я понял про индекс корабля. Что это вы творите вообще? И да ладно. Ладно. У нас тупо игра вылетела. Ну, бывает. Видимо, от напряга. Цель координаты черного корабля. 1x1y2z. Ну, 1x1y2z. В чем проблема? X1, 1X, 1Y, 2Z. Черный корабль. Ничего. 1X, 1Y, 2Z. В чем проблема-то была? Один X, один Y, два Z. Черный корабль. Отследить. Вычислить. Вычислить.
орбитальные координаты. 1Х. 1Y. 2Z. Орбитальные координаты. 10, 24. 24. Вычислить орбитальные координаты. А, вычислить орбитальные координаты после 10 минут. Или выйти в главное меню. Вы что, шутите? Как главное меню-то выйти? 1Х. 1Y. 2Z. Орбитальные координаты. 10, 24. Вычислить. Это баг, что ли? Напишем просто выход. Выход. Отследить корабль по названию. Ну да, выход. Отследить. Черный корабль. Индекс корабля. Введите. Понятно. Ну, выход. Отследить. Завершение. Вот так-то. Что ж, в принципе, мы координаты-то узнали, да? Орбита 1024. То есть теперь можно к насекомым возвращаться. К теренгам, простите. Естественно, к теренгам. Так, черный ящик нам дадут забрать? А если мы вставим другой, попробуем вставить другой черный ящик, нет? Ну, где-то был другой черный ящик. Вот он, например. Сломанный. Понятно. Ладно. В любом случае, мы сделали то, что, в принципе, нужно было сделать. Просто я думал, можно сделать еще что-нибудь дополнительно. Немножко отдохнем. И продолжим. Да. Черный клинок, сидящее око. Я слушаю. Подняли магию разума, рентген, призрачный пес, чтобы будил нас, щит отстрел, свет и бум-бум-бум. Тут, в принципе, крепкая броня, хамелеон и магический экран. Псионику подняли, отлично, магический экран. Сейвимся. Сейвимся и смотрим, что мы можем прочитать. А не можем ли что-нибудь изучить из книг? Ай, я не то сделал. Я магический нектар один профукал. Ладно, делаем так. Кажется, у нас был вот такой все-таки вид. После этого нам нужно возвращаться к порталу, если я не ошибаюсь. Этот портал ведет к теренгам. Да, это он. Ничего не найдено. Это именно он. В принципе, можно обойти вообще по любой стороне. Плевать, я не буду ждать открытия этой двери. Мы просто поднимемся вот тут, да и все. На утес Мартена. Наверх. Ничего не найдено. Так, мы поднялись. Тут же есть выход. Кто будет драться? Чего, откуда они? Дайте мне повырывать им ноги. Откуда эти мятежные спектры тут повылазили-то, а? Ладно, первым напрямом нам нужно сделать что? Щит души. Будет сделано! Потом щит стихии. Хорошо. А вот тут можно кара небес, например, юзнуть. Будет сделано. Ну, вот, естественно, маршевые барабаны. Безусловно. Главное, чтобы вот эти магии успели сработать. Сад-Киллер
Отлично, щит души пошел, через стихи пошел. Отлично. Очень хорошо. Ну, какой-то невероятно дикий урон. Будет сделано. Просто невероятно дикий. Хорошо. Поэтому тут... Будет сделано. Как бы просто делаем вот так и наслаждаемся. Силенсиус. Минус. Еще. Блин, этих не долбанули, да, не задело, пока не за стеной. Мне казалось, что мы их заденем. Ну ладно. К сожалению, нет. Пускай милишники немножко повоюют, в конце концов. Один. Минус 30. Будет сделано. Сделаем так и сделаем общий отдых, пожалуй. Будет сделано! Давай так. Сходила с Юридом. Добьем. Добьем без магии. Ну, отлично. 25 тысяч, наброски, железная воля. Ну и в принципе все, к сожалению. Мало, однако. Там что-то есть. Обана. Гашук с крышкой. Это что такое? Для механика что-то. А в прошлый раз мы это не нашли тут, кстати. Давайте-ка если что. Там... И это мы не нашли, смотрите. Лютня какая-то и амулет лечения. Я слушаю. Будет сделано. Лечить всех. Кстати, неплохая лютня, наверное, да? Это давайте. Производит глубокое. Почему бы и нет, грубо говоря. Не выбрать лечить всех. С этой стороны нам из утеса не выбраться, но... Может быть, выберемся за другой. В любом случае, тут должен где-то быть выход. По-любому должен был выход. Стаю. Да стая вроде своя. Ну, вроде. А, эти сметоносные апусы, что ли, ты видел стаю? Как они их не видели вообще, они за ними шли просто. Жесть. Его просто убили. Ха-ха! Так, ладно, апусы, мы с вами это шутки шутить не будем. Мы сделаем вот так. Будет сделано. Сделаем вот так. Хорошо. Сделаем вот так. Будет сделано. И машу барабан. Сделай. Ну не надо меня только поворачивать назад, где там будут ходить какие-то наши типа друзья. Типа друзья. Давайте внимательно посмотрим, как этот Теренг ползет в атаку. Какая грация, какая мощь. Убийца. Написано у него на спине. Неплохо так по опусам зашло. Ну, действительно неплохо.
Ну, чтобы побыстрее чуть бы ходили бы наши британы. Временные союзники. Было бы вообще круто, конечно. Так, пожалуй, раз, пожалуй, два. Поехали. Силенсиус Кьер. Один сволочь выжила. Один смертоносный опус. 12 хп. Ну, может быть, эти бравые убийцы теренговские вольнут этого опуса сами? Я понимаю, что он смертоносный, но их много, а он один. И он очень, очень битый. Ну, наконец-таки. Все? Бой закончен? Нет? А? Нет? Где? Можно закончить бой? 27 тысяч. Спасибо. Магия огня, волшебство. Великолепно. Идем дальше. Куда идем, не знаем сами. Та-та-та-та-та-та-та. Зато идем куда-то сами. Та-та-та-та-та-та-та. Ну и правда, сами идем, да? Братю, что? Узнал, а что я узнал? Координаты я узнал. Координаты черного корабля. Да, координаты корабля. Если бы предоставили. Орбита 10-24. Да, да. Это координаты корабля чернокнижника. Конечно. Великолепно. 15 тысяч золотых, я подумал, опыта. Почти такая, как мы. И очень скоро мы нанесем удар. Сейчас только одно может помешать нам на нашем пути ее схождения. Ампани. Кто в Ампани с агент? На нее передайте ему пароль, который произнес Дразик. Судьба свершится сегодня ночью. Отведет вас к кораблю. Вы должны будете уничтожить во имя Империи. Во имя скорейшей победы должны добиться успеха. Уничтожить его во имя Империи. 300 тысяч опыта, да? Круто. Просто круто. Будешь. 30 тысяч опыта, это классно. Так, у меня тут до уровня 280. Тут 370, а тут 60 всего лишь с чем-то. То есть наши маги скоро получат уровень. Это же здорово. Правда? Подождите. Наверное, теперь проще сделать вот так, вернуться еще раз к порталу, да? Ампани. Я не хочу за Теренга выступать, то есть... Я лучше, наверное, вот сюда пойду сразу. Крапаксом замок, бомбу разминировать, да? Никаких. Лучник, патруль, слабее игрока, 10 уровень. Ну, огненный шторм, кстати, в начале. Будет сделано. Тут, наверное, огненный шар, пускай будет. Хорошо. Тут благословение и, соответственно, маршевые барабаны. Сделаю. Хотя, конечно, можно было бы вернуться в Арнику, например, как вариант, да? Может быть, нам там кузнец сковал за броню. Кожаную сделал. Я, с другой стороны, очень сильно сомневаюсь в этом. Просто прям очень сильно в этом сомневаюсь. Хорошо. Звук ужаса, может быть. Будет сделано.
нравится. Почему нет? Будет сделано! Сделай! Ну, они 10 уровня, то есть, по идее, мы их вообще должны не замечать. Единственное, что у них очень много ХП. Единственное, что у них хорошо, это у них ХП много. Ну, это корки, блин, дофига ХП имеют, в принципе. Ну, танки какие-нибудь, да, там. Тролли, огры. А так, в принципе, не должны мы страдать из-за них никак вообще. Книга телепатии, книга телепатии. Епископа можно выучить, наверное, и будет. А, у тебя общий отдых, а тут этот, с лечение, короче. Виола Дармор, я не могу до сих пор еще это сделать. А где? Вот она, баллы целительная. Попадает отлично, просто отлично. Даже уробоч попадает по нему. Что тут можно? О чем тут можно говорить? Мало опыта. Разве что только долгий бой нас ждет. Хорошо. Потому что у них много жизней, хотя лучников, конечно, поменьше. И выпадают они больно, сволочи. Встанем, короче, вот так, чтобы бить сразу двоих. Можно было. Ну, 72, 104 заход, 134 заход. И та просто добивает. Пускай милишники сражаются. Магию, которую мы хотели, мы уже, в принципе, использовали тут. 62, 42 туда же. И та опять добивает. 17 стрел. Хорошо. Смотри под ноги. Да, я насчет лавы вижу. Спасибо за предупреждение. Ну, когда милишник столько наносит заход урона, то... Ну, понятно почему это, потому что 10 уровень врагов просто. 9000 опыта, ничего, в принципе, не дали, кроме раздвоения, там, грубо говоря, да? Кольчужные сапоги, которые, не знаю, сильно ли нам нужны. Я не думаю, что они нам сильно нужны, честно говоря. А, защищать будем все, поэтому, наверное, сюда мы пойдем чуть позже. Сходим и сюда, и туда. Ага, тут я просто пройти так не смогу. Из-за этой лавы. Ничего хорошо. Не найдено. По лаве брать я не собираюсь. Оба-на, что это было? Что это такое? Жесть. Вот там чудо-юдо ходит, блин. Мы даже это, как его, сойти с места не можем просто. У нас опять не работает ничего абсолютно. Мы не можем ни на что нажать. У нас баг очередной почему-то в игре. Ну не баг, а... У нас просто игра виснет. Ладно, на этом мы серию заканчиваем. Перед следующим мы решим все проблемы. Огромное спасибо, кто смотрит, подсказывает, советует. Оставляйте комментарии.
Вот. Ставьте лайки, если вам не понравилась эта серия из-за лагов. И то, что она короткая, ставьте дизлайки. Ну и всем пока, ждите новых серий.